Всем привет, с вами Камила и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила заснять для вас отдельное видео, посвященное азиатской косметике, так как в последнее время я в нее просто влюблена, поэтому поскорее хочу о ней рассказать. Ну что ж, начнем мы, наверное, с самого интересного вопроса, как именно я заказываю эту косметику. Если вы нетерпеливая, я сразу хочу сказать, что существует огромное количество всевозможных сайтов российских, которые продают азиатскую косметику. Все очень удобно, на русском языке, вы получаете ваш продукт буквально на следующий день с курьерской доставкой. Но, как наверняка вы уже догадались, огромный минус это высокие наценки, если вам повезет, вы переплатите где-то в 1,5 раза, а так, как правило, я сравнивала цены, где-то в 2-3 раза продукция будет дороже. Поэтому обычно я заказываю азиатскую косметику напрямую из Кореи, это может показаться очень сложным, на самом деле все очень удобно и просто. Сразу хочу сказать, что самостоятельно я не заказываю эту косметику, моя старшая сестра огромный фанат азиатской косметики, она заказывает не только декоративку, но и уход за лицом, уход за волосами, за телом и тому подобное. Что я сделаю, я оставлю ссылку на ее блог, там вы можете почитать посты, как именно заказать азиатскую косметику, там есть все нюансы и подробности, вплоть до того, какие карты нужно использовать банковские для оплаты из Кореи. Помимо этого, вы сможете найти там информацию про шопинг из Америки, и, конечно же, там есть огромное количество мастер-классов по созданию различных украшений. Поэтому, если вам интересно, я вам обязательно оставлю все ссылочки для вашего удобства. Ну давайте начнем, сейчас вам буду показывать те продукты, которые мне впечатлили, которые мне очень сильно нравятся. Но напоследок хочу вас предупредить, девочки, если вы хотите начать свое знакомство с BB-кремами, я вам не рекомендую покупать какие-то BB-крема европейского производства, будь то Garnier, Maybelline, L'Oreal, и даже какие-то люксовые бренды. Я пробовала Estée Lauder, также слышала, что Dior выпустил, но если честно, BB-крема европейского производства и азиатские, это абсолютно две разные вещи, поскольку BB-крема европейского производства, они ближе похожи к Tinted Moisturizer, то есть они очень легенькие, у них легкая покрывающая способность. Азиатские BB-крема это совершенно другое, мало того, что у них превосходное покрытие, которое маскирует все недостатки, он великолепно ложится, гораздо лучше, чем BB-крема европейского производства, кстати говоря. Они абсолютно не видны на лице, хорошо держатся, и помимо всего этого, там очень высокий спектр защиты от солнца, то есть вам не нужно будет отдельно носить SPF. Ну что ж, наболтала я вам уже довольно много, совсем недавно пришла моя сестра с новым заказом, он наконец-таки приехал. Сейчас вам покажу мои новинки. Начну, наверное, вот с такого BB-крема. Это фирма Hulika Luminous Silk, он называется. Это новинка от этого бренда, SPF 42, очень хорошая степень защиты, PA++++. Сейчас вам покажу его поближе. Не знаю, будет ли вам видно, это не просто пластмассовая туба с удобным дозатором. Здесь этикетка шелковая, и на ней уже напечатано название. Очень приятная упаковка. Также я вам буду говорить приблизительные цены BB-кремов для вашего удобства. Он стоит $10, и здесь 50 грамм. Этот BB-крем, как практически все BB-крема азиатского производства, ложится очень хорошо, очень ровно. Не виден на лице абсолютно. Если у вас ровная кожа без различных бугров, действительно, он вообще не будет виден на лице. Он хорошо держится. У него среднее покрытие, то есть какие-то огромные постакны он вам не замаскирует. И действительно, это дает очень красивое, свежее сияние лицу. Также на G-Market'е была акция, и со скидкой 40% я купила вот такую вот коробочку. Здесь два BB-крема, и они мне обошлись $15 вместе, то есть вся коробочка. Фирма называется Skin Message. Как я уже сказала, в комплекте идет два BB-крема. Один обычный, матовый, и второй идет с легким сиянием. Но, если честно, там очень большие крупные блестки, поэтому я бы сказала, это не BB-крем, а BB-хайлайтер, если так можно выразиться. Действительно, очень похоже на какой-то кремовый жидкий хайлайтер. Я его наношу на вот эти вот зоны, получается очень красивое сияние. И здесь у нас 30 мл. Обычный, называется он Purity, SPF 37, PA++. Здесь 30 мл в бутылочке, у него потрясающее покрытие, он может вам замазать абсолютно все, выглядит как и все BB-крема, предельно натурально, очень естественно, очень хорошо держится. Если вы будете заказывать эти BB-крема, сначала вы можете испугаться, потому что они довольно серые, но потом они подстраиваются замечательно под цвет кожи и будут выглядеть абсолютно натурально. Так как у меня проблемная кожа, слава богу, прыщей уже нет, остались только мелкие постакны, поэтому я заказала себе вот такой очень плотный BB-крем, называется он Snail Plus EGF, и он идет как восстанавливающий. Стоит подороже, чем остальные, потому что здесь есть какой-то змеиный экстракт, который будет заживлять кожу. Когда я первый раз попробовала этот BB-крем, я нанесла его на половину лица, и я вам честно могу сказать, что вот эта половина у меня была будто отфотошопленная, несмотря на то, что у меня именно вот на этой щеке довольно много постакне. Очень я люблю этот BB-крем, мало того, что он восстанавливает, у него потрясающее покрытие, действительно, один из моих самых любимых. Если я хочу легкое покрытие, я использую вот такой BB-крем, это Etude House Precious Mineral BB-крем, он минеральный, здесь SPF 30 PA++, он также идет немножечко с отбеливающим эффектом,
удобная помпа, и я заметила, что он достаточно популярный. Безумно мне нравится, у него, во-первых, очень приятный запах, он ложится будто бы маслечко, то есть его так наносишь буквально за несколько движений, можно сделать себе идеальный нанесенный тон. Безумно мне нравится, стоит он тоже не очень дорого, всего 12. Ну что ж, девочки, если вы тоже хотите попробовать BB-крем, я вас очень поздравляю, потому что в Москве наконец-таки открылся официальный магазин Миша, где представлена вся самая известная продукция. В такой красивой баночке я вам хочу показать очищающий крем для лица. Называется он Cherry Blossom Cleansing Cream. На самом деле здесь очень большая упаковка, 182 мл, хватит вам его надолго. Я вам хочу сказать, что это огромное спасение для сухой кожи, когда в зимний период времени у нас появляются шелушения. Я, конечно, понимаю, что зима уже прошла, но на улице все равно еще очень холодно, поэтому кожа нуждается в питании и увлажнении. Наносим его на сухую кожу, затем проводим легкий массаж, добавляем водичку и смываем. После него кожа настолько увлажненная и напитанная, что вам не нужен больше никакой увлажняющий крем. Супер вещь! Также решила попробовать тушь от этой фирмы Миша Viewer 270 градусов, она называется. Идет специально для азиатских ресниц, то есть коротких и прямых, то есть она обещает давать максимальное удлинение и очень хороший изгиб. У нее ворсовая кисточка, небольшая, ей очень удобно прокрашивать реснички. Если честно, она дает, в принципе, хорошее удлинение, но практически не загибает реснички, поэтому все равно, если я ее использую, обязательно у меня щипчики идут для ресниц, поэтому да, обещанного изгиба я не заметила. Карандаш для глаз также от Миши, называется он просто Eyeliner Pen, купила в черном цвете, стоил он всего 150 рублей, хорошая черная линия, легко рисуется, прекрасно ложится на водную линию, его можно растушевать, он очень хорошо растушевается практически в ноль, то есть его можно использовать и на водную линию, и в качестве базы, но если честно, он не очень хорошо держится. И напоследок от Миши я прихватила помаду, которая называется Signature Glam Art Rouge, у них все идет в коробочках, оттенок я напишу на экране и в инфобоксе, потому что это просто набор букв, симпатичная упаковка, но на мой взгляд они немного переборщили с золотом. Помада очень хорошо ложится, приятно ощущается на губах, достаточно увлажняющая, абсолютно не сушит губы. Также хочу отметить, что она не особо стойкая. Вот такой вот оттенок, приятный ролью сводчик. Мне кажется, на каждый день хороший оттенок. Ну что ж, на этом мое видео заканчивается. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Извините, что ролик был достаточно длинным. К сожалению, я не успела вам рассказать про уходовую косметику для лица, волос и тела. Если вам интересно, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я обязательно запишу для вас вторую часть, потому что действительно там есть очень много интересных продуктов, особенно для проблемной кожи лица. Не забывайте, что вся подробная информация будет в инфобоксе под видео. Все ссылочки, все названия и тому подобное. И также обязательно пройдите по ссылке на блог Nissa's Tips, потому что там есть не только информация о шиппинге, доставки и о том вообще, как можно заказать азиатскую косметику, но и обзоры на BB-крема, в том числе с фотографиями до и после. Ну, а с вами была Камила, до встречи в новом видео, пока-пока!